То есть этим используемся, когда ну, делаем большие на стенах, а этим мы работаем, когда... То есть это уже... На мониторах, да. Там, да. Ну, значит, смотри, скажем ты, ну вот это вот движение, если ты, вот эту срединземноморскую, это, ну будем говорить, вот если там учишь детей, mm-hmm. да, там, правописанию, то это вроде как нолики, да, 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 нолики и вот эти, как ты называешь их? Кружочки, кружочки, да, кружочки, и палочки, да, вот на палочки и кружочки, mm-hmm. да, на N сначала, а потом уже там пойдут... вот эти червячки или как их там? Ну, каллиграфические приемы. Да, вот, вот это первый, средиземноморская штукатурка, mm-hmm. вот, это первый каллиграфический прием. То есть она ну, основа основ, потому mm-hmm. что она идет, ты когда будешь наносить материал, то она у тебя будет показывать толщину материала. Если, ну, правильно, толщина материала, это когда ты можешь этим материалом рисовать вот эти средиземноморскую штукатурку. Uh-huh. Вот. Если ты не можешь ее рисовать, значит материала мало. Понял? Uh-huh. Если можешь рисовать, то уже дальше. Второй момент, что дальше уже по средиземноморской можно делать и другие техники. Там можно, например, делать маракешек. То есть вот ты взял, например, материал, да, да. И набрасываем. Ага. Понял, да? Да. Все, дам тебе попробую. Ну, мы ее называем неаполитанская штукатурка, больше вот это похоже больше на неаполитанскую, вот это, такими смачными движениями. Хотя неаполитанскую можем сделать и, вот делаем средиземноморскую, да, угу. И тут же можем переходить на неаполитанскую. Угу. Можешь еще раз попробовать себя и в той, и в той. Да, да, да. Ну, закрепить еще средиземноморскую, потому что все движения остальные, они и работа с паттерном, с материалом, они все очень близко к... Да, 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 да. Близко очень к... То есть получается. Да, попробуй еще раз по средиземноморской. Одну руку можешь придерживать, так тебе будет, ты чувствовать будешь вроде как стенку. Ты можешь смотреть, вот когда ты тянешь, то ты можешь тянуть смело, не опасно, не заканчивать здесь близко, а протяни где-то дальше. Ага. Понял, ты всегда сможешь. Ну, то есть у меня уже такой же какой-то рисунок. Ну, так, нет, это все ты делаешь, только сейчас у тебя в голове. Именно просто навык. Да, у тебя пока только навык именно да, на... Хорошо, на... Вот. Как, что ты чуть при... О! О! Да. О, супер, ты чувствуешь, когда да. ты идет вольная такая, да. Как мы говорим, вольная походка бедра, у тебя будет рисунок гораздо интереснее, когда ты ну, не будешь ну, бояться, не будешь скован, да, 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 да. У тебя рука будет ну, расслабленная. О, разумею, да? Да, да, есть. Есть такое. Супер, супер. И уже можешь сейчас пробовать, да, уже рисовать. Да, да, вот когда ты вот, подтянул, да, и джик, джик. А, теперь, отлично, отлично, все. Теперь смотри, средиземноморскую ты освоил. Теперь берешь и неаполитаночку. Так. То есть взял немножко материала. Есть. Да, и вроде как... В общем, не надавил, а... Да, 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 да. Вот как будто бы ты. Вот. Смотри, вот давай вместе. Бери руку. Да. Так, не нажимай, не нажимай, не нажимай. Вроде бы как
Вроде бы есть? Да, вроде бы есть, а вроде бы нет. Ага. Вот легенько. Легенько. Раз. Вот. Раз. Ну тут вниз не нажимаю. Не-не-не, я его просто соскреб. Вот, есть давай, масса давай, давай. И вот легенько. Вот. Супер, супер. Сейчас мы... Вот. Ты вот именно бери еще отсюда. Там не бери. Смотри еще раз, как я так было. Возьми этот в одну руку. Ага. Смотри, можешь вот брать вот так. Хорошо. Как его? Далее. Вот здесь уже можно. Ага. Приходи. Где смотри? Ну давай. О! Супер. Ну-ка, я сейчас попробую показать, что у меня получается. Мы это называем изюм. Можем. Делайте самостоятельно. Например, брать клей ПВА, брать клей обойный, так, смешивать его в соотношении, например, 1 к 4, и получать подобную, подобную массу. Да. Ага. Потом же мы ее колеруем. Мы можем, потом на этой базе мы его называем авторский волшебный воск или авторская лазурь. Угу. Мы можем делать патины. То есть, когда мы эту волшебный воск или лазурь авторскую добавляем еще краску, ага, водомасленную. Она такая получается полукроющая краска. И тоже можем колеровать. Потом мы можем добавлять туда подобные вещи, вот такие, как видишь, перламутровые краски. Да, да, можно, смотри. Ты, это же она в чистом виде, это краска декоративная. А если мы, например, вот в этот воск, так, добавим ее немножко, так, и она, ну, получится такое легкое, как мы называем, легкое веяние. Ага. То есть она такое даст... ну, блеск. Да, да, да. Вот легкий перламутр. А ты делаешь модельную массу в цвете. Модельную массу в цвете. Да. Вот, и получается этот бирюзовый. Бирюзовый, так? Да. Сделали. И ты, да, ты уже смотришь. Опять, есть ли необходимость в этом перламутре, и в этой лазуре, ага, и в этой патине? Уже сам он... отколированный, ну, сама штукатурка, отколированная универсальным красителем и заглаженная, она уже может иметь, ну, как, выступать как самостоятельное покрытие. Да, уже готовый. Да, то есть не нужно его там ни, угу, там ни красить, как мы говорили, там ни лазурями, ни патинами, ни восками, ничем этим не вскрывать. Она уже, ну, достаточно... Да, уже может нести себя, ну, вести себя как самостоятельное покрытие, финишное.